7 выражений, чтобы попросить повторить еще раз по-французски. От самого неформального до самого формального. Поехали. А? А? Это первое и самое неформальное выражение. Здесь важно, конечно же, показать нашим выражением лица, что нам непонятно. Второе неформальное выражение – это «куа». «Куа». Поехали дальше. И следующим у нас на подходе «кестади». «Кестади» – это укороченная фраза от «кескю тю а ди». И последнее неформальное. «Tu peux répéter, s'il te plaît?» «Tu peux répéter, s'il te plaît?» Теперь поговорим о формальных выражениях. И первое, самое короткое, это, конечно же, «pardon». «Pardon». Не забывайте, что в вопросе всегда интонация идет вверх. «Pardon». Еще один вариант. «Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?» «Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?» И, наконец, самое-самое формальное, это «plaît-il?» «Plaît-il?» Ставь лайк, подписывайся, если еще не, и не пропускай новые видео.